Спасение детей из пещеры в Таиланде. Погиб водолаз. Бывший морской пехотинец Саман Гунан вызвался участвовать в спасательной операции добровольно. Один из спасателей водолазов погиб после того, как доставил кислородные баллоны подросткам, застрявшим в подтопленной пещере в Таиланде. На обратном пути он потерял сознание. Попытки его реанимировать не удались, сообщает тайское издание КСБ. По данным СМИ, 38-летний бывший морской пехотинец Саман Гунан вызвался участвовать в спасательной операции добровольно. Уровень кислорода в части пещеры, в которой застряли подростки, стал вызывать тревогу у спасателей. Аквалангисты готовятся протянуть к подросткам дополнительный воздушный шланг. Спасатели пока не знают, как поднять детей на поверхность. Они выросли в горном районе страны и не умеют плавать. Члены спасательной команды начали ускоренный учебный курс по плаванию и дайвингу. Напомним, детская футбольная команда вместе с тренером пропала 23 июня. Обувь и велосипеды детей обнаружили у входа в пещеру на следующий день и сразу же начали поиски. Однако из-за проливных дождей пещера оказалась частично затопленной. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и ищите https://tmicrespondent.net по материалам сайта newsgro.com.